Поездка с Дауром на дачу. Ну что же, надо рассказать мне, что ли, как ездили на дачу к милой Оле. Рулил машиной Даур, а рядом с сыном и Наташа восседала. А небосвод по утренним был хмур, и поначалу оптимизма было мало. Рулил машиной Даур, машина же была осели, которая сейчас с детьми и мужем в Корее в самом деле. И в утреннем тумане в небесах мы жаждали увидеть проблеском лазурь. Я так и говорил, послушав всех. Туда приедем, будет солнечное небо. Никто не возражал. Уж менее всего на даче бы, но курам всем на смех. Под дождик есть шашлык хотел бы. Нам повезло на даче Оли. Все так же, как будто в ссылке, сад тщательно растил ее ужасно загорелый и худенький отец. Я у сестрицы Оли расспросил о возрасте его и заявил примило: на 8 лет моложе он меня, и значит, юноша, не дед, все изможденный садовыми трудами молодец. Нам повезло на солнце, среди тусклых облачков, рассеянных сквозило. Разуло станище и босиком по низкой стрижной траве ходила, потом подбила и меня. Я босой, как по ковру, ходил там среди дня. Я делал кругами руки, по-индийски разводя, там по траве круги, круги, и мысленно напрасно бы ко мне совали б копья и мечи враги. Ну, и тем мозолил, как забредшая безумная коза, в тенях расположившихся для отдыха гостей глаза. Потом не выдержал, и тапочки спортивные надев, шел по дороге дачной с километр то от одних, то до других лесных дерев. А перед тем у кресла мяч я полметровый положил. И ноги на него счастливо возложил. Ступнями дрыгал и качался под деревцем с дырявой редкой листвой, под солнцем развлекался. И был еще забавный эпизод. Уж третий раз мне в гамаке устроиться Наташа мудро предлагала, но Танечка качнет лишь раз. И вот мне грабли Танечка из грядки вежливо подала, и к ручке грабель приспособившись моя рука, гамак качала и качала. И, наконец, услышал я в счастливый час Даур, идя, сказал слово «мангал». Сейчас 12:30, в 2 разожжет огонь, в 3 будет шашлык, я радостно сказал. Никто мне вслух не возражал, давно, конечно, это торжество уж каждый затаённо ждал. Эх,
Читателю признаюсь, перед написанием следующей картины я каша с молоком и сыром. Что утром я не справился, поел. Иначе продолжать писать не мог. Ну, не хотел. А мне проснулся голод. Это признаться стыдно. Представьте, стол. Уселись гости чинно. Вот ставят, наконец, посередине блюда, накрытые блином сухим. И что лежит, никак не видно. И тут проворная рука на ней приоткрывает это чудо. И это не зря дымился метрах в полтора мангал. Да, каждый зорко тут же увидал пожаренные ломтики изысканного мяса. Без шампуров уже бери рукой прекрасно. Вместо тарелки тоже суховатый блин, лепешка. Чтобы мясо не остыло, краткий тост идет совсем немножко. Водка компотом, чтоб не обжигала, запилась. И пасть твоя уже азартна. Выбранный тобой кусочек без жил и жира страстно бережно впилась. Тост был один, все. За победу! И приступали вновь к вкуснейшему обеду. Еда едой, а дело всей страны народу близко из глубокой старины. После игру я в нарды наблюдал. Даур своей дочью все играл, играл, устал. Тогда она сказала, с кем еще б сыграть. Мне можно, я спросил. Можно, конечно, она приветливо сказала. Бросали кости. Один раз я угадал, когда крутил, крутил перед броском и твердо сказал, пусть будет две шестерки. И приземлились обе под мой смех от счастья глубокий. Даур советовал то Насте, а то мне, и даже передвигать все фишки помогал. То Настя вырывалась вперед, то я счастливо догонял. Сыграли дважды так. Я думал, меня Настя обыграла. Нет, выиграли вы. Она мне неожиданно сказала. Как же я вдруг неожиданно счастливым был. И подходя к машинам для отъезда, Танище погромче говорил. Танища, я дважды обыграл чемпиона Европы. Да, обыграл, подтвердила скромно Настя. Я трижды счастлив был. Ну что ты? Под занавес поездки вдруг такое счастье. Перед читателем я извинения не прошу. Она была не в играх, в нарды чемпионкой, а по спортивному ушу. Я честно в этом признаюсь, совсем не каюсь. Я рад победам. Вот и вся. Поскольку ни в ушу, ни в нардах я не разбираюсь. И тем не менее дважды обыграл. То ли счастливые косточки бросал, а то ли их полетом управлял. Обратная дорога сплошь веселая была, а за рулем уж не Даур, а трезвая, в отличие от нас, его супруга Ольга. Я целовал ей на прощание руку, наклонясь, и в щечку распрямившись, весело и коротко касаясь
строго. В Инстаграм я написал еще ответ Юрию Нештадту, увидев гифку с кувырками. Кувырки. Ах, это танец, ах, это что ли танец под названием брейкданс, где кувырки с руками о землю в почете, а может цвета чиновников на выборы как раз, а может ловля сверхневидимых частиц, предсказанную гипотезу для чего-то. Липунову там же в Инстаграм написал в ответ на гифку такую круглую рожицу, а в глазах два сердечка. В глазах любовь у истины всегда. А без любви сжимается все до темноты. Или полет сквозь горы, леса и города, или одни унылые заботы птенцами раскрывают свои рты.